Семья Исаевых решила заняться разведением баранов и овец. Совсем недавно приобрели 15 голов. И, к слову, по итогам прошлого года именно животноводство стало одним из самых популярных направлений среди тех, кто решил заключить соцконтракт с государством. Совершенно неожиданным для жителей Сокулукского района стало появление президента страны у их ворот. Садыр Джапаров навестил ряд семей, чтобы поинтересоваться, доходят ли средства по соцконтракту в полном объеме и действительно ли их направляют на запуск своего бизнеса. Получив поддержку в размере 100 тысяч сомов, Абдулазим Исаев занялся животноводством. Семья смогла встать на ноги и отказаться от пособий. Посетив нас, президент сказал, что необходимо как можно чаще держать скот на выпасе. Но дело в том, что у меня есть основная работа. Я грузчик, но по возможности, конечно, я и моя супруга занимаемся выпасом. От этого животные становятся здоровее и жирнее. Для нашей семьи получить поддержку по соцконтракту – это все равно, что получить возможность изменить свою жизнь. Планирую дальше заниматься животноводством и стремиться к укрупнению. Совершенно неожиданно и волнительно так жительница Новопавловки Дамира Насирова рассказывает о встрече с президентом. В минувший вторник Садыр Джапаров внепланово инспектировал адресность предоставления пособий по соцконтракту, которые дают возможность малоимущим семьям открыть небольшой, но свой бизнес. Ичким билген жок, неожиданно келди. Барыбыз эле даже кошуналарыбыз деле көрбөй калыптыр. Анан ай президент келди десем, кочой-кочой деп ишенген жок. Кийин соцсетке чыккандан кийин анан. Я как раз в этот момент выходила в магазин, но увидела, что у входа было много людей. Мне сообщили, что приехал глава государства. Он поинтересовался о том, когда я получила пособие по соцконтракту, на что направила эти средства. Рассказала, что купила швейную машинку и теперь занимаюсь своим небольшим делом. Шью футболки и брюки. Теперь есть стабильный ежемесячный доход. Нашей семье хватает. Поэтому считаю, что такая поддержка в виде соцконтракта очень необходима семьям. Эрмек Букараев на 100 тысяч сомов приобрел корову. Теперь житель села Гавриловка ежедневно продает до 16 литров молока. Он рассказывает, что такая помощь как нельзя кстати приходится семьям. Теперь они получают стабильный доход, и это вместо ежемесячных пособий, которые были значительно меньше. Увидеть здесь президента, конечно, никто не ожидал. Садыр Джапаров поинтересовался у нашей семьи, на что мы израсходовали 100 тысяч сомов и в полном ли объеме поступила эта сумма. Глава государства спросил, как сейчас идут наши дела и хватает ли нашей семье тех средств, которые мы теперь получаем от ведения небольшого бизнеса. На самом деле это вселяет оптимизм, когда ты уже не на попечении у государства, а сам зарабатываешь и успешно ведешь свое дело.
Айганы Шайткулуева на средства от соцконтракта приобрела швейную машинку, шьет детские вещи. Заказов много, соответственно, есть и хорошая прибыль. А на часть прибыли решила приобрести еще и саженцы клубники сорта Мурана, смастерила систему капельного орошения, и теперь продажа сладкой ягоды тоже приносит семье доход. Получается, было очень дохтады. И да еще без гералкалды. А, канча жақшы болады таки, ну шо? В прошлом году саженцев было меньше. Продали клубнику совсем чуть-чуть, но зато на часть средств от продажи я купила еще больше саженцев. Вот ждем конец мая, начало июня, когда она поспеет. Будем продавать и, возможно, дальше расширять площадь посадки клубники. Эта семья тоже открыла свое дело в сфере сельского хозяйства. Приобрели кур несушек. Теперь же зарабатывают на продаже яиц. Подписав социальный контракт с государством, они начали доходоприносящий бизнес и пополнили ряды индивидуальных предпринимателей. Продолжая знакомиться с тем, как используют выделенные государством средства, Садыр Джапаров посетил еще одну многодетную семью. И если раньше приходилось постоянно искать подработку, то сейчас у семьи стабильный доход. Вчера забрали, уже большой он был у меня. Я за 109 тысяч продала. Мы всем говорим, что мы очень благодарны. Это очень прекрасная возможность, которую вы нам дали, что вы дали нам вот такую поддержку. То есть помогает семье, детям, да? Да. Многодетная мать Кристина Цибульская теперь тоже имеет свое дело. На полученные средства по соцконтракту она приобрела теленка, за зиму откормив. Буквально накануне продала его, чтобы приобрести двух поменьше. Они сейчас будут расти. Один у меня будет на корм. Будет корм кончаться. Насколько я могу, буду докупать, пока он подрастет. Один будет стоять год. Угу. Потому что они должны стоять год. Ну, то есть какая-то прибыль будет, да, все-таки? Да, конечно. Если продержать год, можно хорошо заработать. Даже я вот этого продержала совсем немножко, 9 тысяч сверху, это уже чистая прибыль. А если держать больше, то до 100% чистой прибыли придет. И сам президент, конечно, все в таком шоке были. Но это очень хорошо, то, что он сам с нами, с людьми, с простыми, разговаривает, смотрит, как мы распорядились теми денежными средствами, которыми он выделил. Заключая с малоимущими семьями соцконтракт, государство так предлагает выводить их из состояния бедности. И сельское хозяйство, как оказалось, та сфера, которой занимается наибольшее количество семей, которые получили поддержку в виде социального контракта. 2800 семей в прошлом году получили по 100 тысяч сомов, чтобы открыть свое дело. Большая часть из них потратила эти средства на реализацию проекта в сфере сельского хозяйства. Это 59%. На втором месте сфера производства. 24% или 681 семья занялась шитьем и открыла мастерскую по изготовлению мебели. 287 человек решили открыть дело в сфере услуг. Это небольшие точки общепита, салоны красоты и автомастерские. Еще 206 семей открыли магазины и одну аптеку. В этом же году соцконтракт заключен с еще большим количеством семей – 8 тысяч. Всего же проект в этом году охватит 10 тысяч малообеспеченных семей со всех регионов страны. Проект «Социальный контракт» по инициативе главы государства реализовывать начали в прошлом году, причем успешно. Теперь у порядка 11 тысяч семей, начавших свое дело, появилась возможность самим выйти из бедности. Все они получили комплексный пакет поддержки, то есть не только сумму для запуска небольшого бизнеса, но и обучение финансовой грамотности и помощь в разработке бизнес-плана. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Алатау 24.